смысле? Где его? Ну, я его видел там, у кислорода. А что, когда не репортил? В породе? Нет, я видел его живым, когда он еще был. И в чем пару поменять, я не могу понять. Ну, потому что, блядь... Кагичи не убежал оттуда, где был негатив. Негатив был живой, я туда пришел, негатив починил. Значит, я даже не понял, где трупа нашли. Да голосуйте уже, пофиг, хоть скипайте уже. Пофиг. За кого голосуем? За Кагичи его. Ну, не знаю, я за оранжевого. Он будет подозрительный. Ебать вы дауны. Сейчас посмотрим. Слушай, что реально дауны на карте, да? Мы реально дауны. Если это он, то он меня убьет. Димон, я, короче, по-моему, все выполнил. А, у меня в столовке. Давай, короче, вместе ходить, чтобы ты, блядь, не сделал. Окей, давай. Да, я вот так живу. А да. Дверь перекрыли. Вот мне кажется, что это Олег, потому что за мной закрыл. Прошел он и закрылась дверь перед моим ебалом. Это я говорю, блядь. А потом он был в главном здании. Димон видел, что я только что починил, блядь, вот, две штуки. Да, да, да. Но это не все. Извини, Олег, ты самый подозрительный. Да, похуй, тикать. Ну это ты был? Сейчас узнаю. Да, блядь, я не знаю, вы тут все в пары ходите, я не знаю, что делать. Не, ну типа тут в данном случае тактика именно такая. Я не знаю, как будет по тактике работать. Охуенно, блядь. Димон, блядь. Ты не запахился, да, там вообще? Как бы. Чё я-то сев, это ты? Блядь, взял, ёбнул типа, блядь, на моих глазах. Понятно, даже Кеннеди убили, я ухожу, всё, давай. Ты чё, в смысле? Да нет, мне магаз надо. Да я видел, как ты убил того навигатора. Да пизди больше, блядь, вот не пахся. Full story. А-а-а, блядь, ну и дебил. Да-да-да-да-да-да-да. Изя. Что? Еблан, блядь. Блин. Understandable. Вы же понимаете, что это дело? I was injected. Зато... Пиздеть, это будет. И тянуть в химию в голосовании. Да. Чё на этот раз? Я предлагаю голосовать за Сашу. Если это не Саша, то можете я вот меня голосовать. Я вот точно так же могу голосовать за тебя, блядь. Где профы, Билли? Нам нужны профы. Ну, блядь. Я не знаю, Саша подозрительный. Хотите, скипните. Пиздец, это твой единственный проф, блядь. Ты для этого сигнализацию врубил, пока я делал проводку. Все проголосовали? Да, я скипнул. Понимаю. На чем основываются ваши, блядь, дебильные догадки, я не понимаю. За эту игру никто не умер, блядь! Нахуя! Я сказал, блядь! Санёк, ну это логика, понимаешь? Это, смотри, есть такая штука, я не помню, как она называется, но... Презумпция невиновности? Не-не-не-не. Коллективная интуиция, блядь. Белый кучу раз был предателем. Розовый один раз, я один раз, Сева там пару раз. Следующий, по идее, должен был быть ты. Вот. Не, я Сашу запалил только потому, что он типа смехнулся, типа, в начале. То, что он сначала подождал, типа, у него реакция, типа, наигранная была. То, что он подождал, а потом такой ха-ха. Такой, ну, блядь, чё ты пиздишь? Блядь, я вообще могу молчать. Тогда ты еще больше подозрительный. Так он сам мутится, блядь.
нас тут труп, возможно, криминал. Где? Внизу, в нижнем двигателе. Я не буду. Долбоёбы, почините. Блин. Починили, странно. Ой, нашли, блядь. Кого ёбнули, блядь, где? Не знаю, я видел подозрительного, блядь, Андрюху Фаеникса на белом, но пока нихуя не буду говорить, кроме этого. Ну это точно не Саша, потому что он починил кислород, я видел. Саня, он реактор еще чинил. Не, ну я прибежал сюда на саботаж и увидел труп. Вот я подошел, у меня там задание просто. Где труп? Он лежит напротив реактора комната. Это охрана, по-моему? Да, охрана. Охрана. Нет, не камера. Нет, напротив реактора охрана. Да, камера. Охрана, это прям вот... Это камера. Я в двух камерах. И чё? Какие пруфы? Почему Феникс уже проголосовал без пуфов? Я вообще не понимаю, почему вы на меня гоните, сколько уже третью катку подряд, причем на меня гонит один и тот же человек. Что за расовая неприятность? Мексиканец. Да нет, кстати, первый раз. Кого? Я рыжий, блядь, у меня вообще души нет. Я никого не видел, я ничего не знаю. Я понял. Я моя хата с краю. Мне всего не нравилось, кто со мной бежал, но он со мной починил реактор. Я скипаю. Да похуй, я скипаю, это реально. Дайте мне инфу. Не знаю, я думал, что это Андрюха в администраторе, блядь. Их убьют и все, и гг. Я думал, не, ну, либо... в админке никто не делал. А сейчас два кидателя или один вообще? Рандовзвание выпускать. Ну пиздец, значит, так, а что ты бегал дальше там по кругу под админке? Не, ну по факту тогда можно поверить Андрюхе и кикнуть Гаспара, но блин, нет. Так, ну Феникс первым за что-то проголосовал, непонятно, он тоже... Да, может... Феникс непонятно за кого проголосовал без пруфов. Я проголосовал за кого, и за кого не видел, кто выполняет задание и у кого выполняет шкала. За себя? Или за Гаспара? Нет, я выполнял задание, не надо. Школьник, боже. Надо учитывать, что некоторые задания на 2 или 3 раза, поэтому полоса может не запомниться. Это электричество, по-моему, это правда, да? Я вообще 3 раза проводку чинил. Ну вот, проводка 3 раза, например. Ты так, а да я ошибался в этой игре, я все время угадывал, так что доверьте. Битва экстрасексов. Давай попробуешь. Битвы экстрасексов? Вы победили. Вы победили, мужики, молодцы. Я же говорил, ребят, а вы не верите. Ничего, что тут два. Почему? Так, а чё, школьник тоже импостер ждал? А в чем хикол? Вы мрази. Охуеть, это джекпот настоящий. В чем хикол? Ну, Андрюхе и правда есть смысл верить. Смотри-ка, не подводит. Чуть это. Убийство импостеров раз в 55 секунд, я думаю, так. Изи. Изи. Серьезно, опять угадали? А, блять, а я думал, что это не Саша. Меня так бьет. Угадывание без пруф. Текст вылечил. Да нет, а я, короче, стоял, делал вид, что я, типа, наблюдаю, типа, за тобой. Не, вообще-то, кекаю с вас, типа, ну, знаете, это Феникс, да, ну да, мне кажется, это Феникс. Не, ну это Игорь. Да, согласен, давайте его. Ну это Феникс сказал, что это Игорь. Мы тебя по приколу кикнули, Игорь. Да, а смысл? Тебя всегда по приколу пиздят. Так и ну, что? Хотя пруфов не было реально. Да вы просто каждый раунд меня кикаете. Ну там мой голос бы уже ничего не решил. И было бы более подозрительно, если бы я проголосовал нет. Игорь, все, ну не расстраивайся. Блин, он такой голосок обидчивый сейчас сделал. Мне же прям обидно стало за него, ребята. Обидели бедного школьника. Я еще не побежал, ну пиздец. Я там пришел свет чинить, а там Сева его только починил и пошел назад выполнять. К нему зашел оранжевый, и я... Мне кажется, что это оранжевый, потому что он хотел меня убить. У нас же двое этих предателей. Да, двое. Это оранжевый, потому что он хотел меня убить, я начал по тропам давать, потому что мне показалось, что он за мной бежит. Я убежал вот в столовку, он побежал налево, я думаю, ладно, хер с ним, вернусь к Саше, там у него миссия была.
Нет, так в смысле, вы в электричестве вдвоем зеленый и черный стояли, и, ну, электричество было саботаж, и что, и вы могли... Ну, я починил. Так они сразу починили, так, они быстро починили. Так тебе и починил, ты потом... Я до управления только дошел, а они уже починили. А еще раз мы там вдвоем были, то мы могли бы тебя убить, если бы мы вдвоем импостерами были. Ну, так а что не убили вот? Вот именно. Ну, задания у вас не выполнялись. Поэтому я думаю, либо зеленый, либо черный. Чего? Мы вначале с оранжевым чинили свет. Вряд ли это оранжевый. Там вроде бы КД должно быть не таким большим вначале. Может это ты тоже, блядь? Потому что у нас два. Да, слушай, может быть. Мне тоже как... вас двое. Давайте сначала вето. Сначала вето кикаем тогда. А потом нажимаем на кнопку и кикаем второго. Да вы там охуели в край, блядь. Не знаю, я предлагаю зеленого или черного. Зеленый. Эх, крутого мужика кикнули, ну зачем? Ну сейчас узнаем, если это он. Узнаем. Ну как бы ты спалился, мы бы выиграли, были и после. Так, а, ты мне это сейчас нарисовал, да? Да. А как я спалился, скажи мне? Ну, я говорю, мы вначале чинили свет. Ну вот штурмовика тогда. Это не Сева. Это не Сева. Блять, мама, я не хочу. Ну да, я редко, конечно, Севе могу доверять, но в данном случае я ему не знаю. Новый герой Бравл Старс. Роса. Меткий штурмовик это шпан? Да. Да. Нет, это муншар. Я пан. Значит, это муншар. Да блять, ну ладно. Ебать я запорол, ладно, все. Я сразу сказал, ладно, что. Да какой то что ты сразу, блять, вот это сразу не понятно. Я просто наебался. Я понимал, что вы друг друга прикрываете, вы два черта галим. Я нового браузера. Так спалил. Мне больше понравилось, как меткий штурмовик спалился, когда он сказал, что типа. Блять, вот еще при первом голосовании, что-то ты такое в конце сказал. Типа. То ли два импостера типа нормально, ну или что-то такое. Так в смысле я его что сказал? Не удаление где-то. Да он. Ты не скажи на какую букву удаление, блядь. Где? Это не черный, это не желтый, это зеленый. Это не фиолетовый, мужики, я ФК стоял. У меня тут. Блин, давно вообще двери закрылись, я не понял, как играю, что, блядь. Мне показалось, что белый как-то подозрительно себя вел. Кого? Кто какие это? Пуфы? Зеленый. Какие пуфы? Ладно, против Фадика. Знаешь, у вас пуфы, блядь, ни одного пуфа. Я против Фадика. Понимаю. Ой. Виталий, ты голосовать-то будешь? А, кого? Кого чего? Кого? Давай этот, блядь, как его? Адик, нахуй. Я не понимаю, Димас, я не знаю, как они это делают. Я видел, как он задание выполнил, там нихуя не прибавилось. Это он был? А чё, блядь, просто потому что, ну это он охуенно, блядь. Не, ну слушай, ну на самом деле Андрюха уже просто заслужил себе такое имя, что ему доверяют, понимаешь? Он сказал, что это, блядь, Адик, значит это Адик. Охуенно, а все это, а взаимопомощь работает? Сделаешь мне вышмат на завтра, блядь? Нет, херти. Что за хуйня? Белый у связи был. Так, ну я могу сказать точно, что это не Сева. Потому что мы с ним выполняли одинаковые задания. Ну, да, и Саша бы просто не успел до туда добежать. Это не Муншарк, потому что я электричество пошел чинить, а он там рядом. Ребята, это Гаспара, это Гаспара. Ну это Гаспара, мужики, давайте. Ну Гаспара, ты Гаспара. Навалились, пацаны, навалились. Пацаны, я считаю, что это негатив. Я видел негатива, блядь, он там всех убил, пиздец. Я его вообще не... Он там всех убил. Интересно. Ну да, ну да. Запомним тебя, Гаспара. Все, накидали лютому. На клык. Только на клык накидали, видимо. Ну что ж, дыться нас тут дела. Блять, ну это не Гаспара. А я говорил, ребят, это Санёк. Вова, ты в субботу в школу идешь? Ну я постараюсь проебать. Хорош. Если не выйдет, то придется. Ладно. А кого, а чего? А зачем? Да я нажал, чтобы сразу кикнуть кого-нибудь. Правильно, не, он правильно сделал, правильно сделал. Так, ну, ладно. Мне кажется, это Димон.
С чего бы? Ну потому что ты первый захипортил. Плюс. Потому что я труп нашел. Я ни одного дождя не сделал на завтра, блять. Это круто. А уже блять. Ну короче, смотрите, раз. Бандюга. Ну ты не знаешь, что хулиган лечил. Лидер, блять. Садик. Согласен. Чего, за кого? За тебя, Дима. Да какого хуя? Ну, я тебе объясню, смотри. Раз, два, три, четыре. Ну смотри, Сева, в данном случае, если это не Адик, то это Муншар. То нам надо сразу голосовать, чтобы кикнуть Муншар. Да не Муншар, мужик, снайс аргумент. Ну я, типа, у меня вот против Димы не было, например, так. О, мужики. Ну смотри, как победа. Ну как видишь, моя тактика работает. Все, всем давайте, всем пока. Я говорю, моя интуиция. Макс тоже рядом со мной бегал. Либо долбоёб, либо ты тём. Я понял, кто это. Пацаны, вам Севу не жалко, бля? Он три игры подряд первый сдыхает. Макс, ты... Чё, кто кого видел-то? Чё, есть какие-то пруфы? Ну, либо Макс, либо долбоёб. Нет, не Макс, я спутал. Либо долбоёб, либо Каневский, я не знаю. Пригласуй в долбоёба, просто по приколу. Ну давай. Давай. Блядь, если я буду импостером, я ёбаного, блядь, этого пидора просто, блядь, первым ёбну. А как ты долбоёб? Я так и понял, кстати, кто это? Никит, ничего не хочешь объяснить? Я понял, кто это. Что, пацаны? Давай. Я, короче, смотри, Никита стоит на входе в навигацию, просто стоит, где квесты нет. Прохожу мимо, потом думаю, чё-то это странно. Захожу, а там синий валяется. Да я его рот ебал. Попробуй тут миссии выполни, блядь. Ну тупо Никиту устранил дискордовских. Ну Саш, ну мы просто как бы, блядь, это такая вот видос с Джоханом посмотрели. Да. Прилетел. Заебали убивать. Сева тупо поехал это. Ты так просто даже не тебе. За первый умираю, все, блядь, я могу уходить просто. Я в кислород. Иди нахер. Это, пацаны, слушайте все меня, это синий на моих глазах. Какого хуя, чё? Какого хуя, во-первых? Дебил, ты тупой. Я думал, ты не успеешь свет починить. А еще синий пидорас, потому что он мой цвет спиздил. Я его рот ебал. Вот пидор. А я пошел кислорода, я думал, что сейчас Макс заебнут, а ебнули меня. Все понятно. Белый, ничего не хочешь сказать? У нас тут труп, возможно, криминал. В смысле, блядь, Белый? Ой, блядь, Белый, этот, Каневский. Предлагаю кикнуть Севу по приколу. Зачем? Не, Каневского кикайте, это он, блядь, он мне навстречу шел, а там труп лежал. А там Макс убили, да? Не, это Каневский, я вам отвечаю, это меня, правильно, логично. Смотри, сейчас он тебя еще и ёбнет. Сева, берегись, пожалуйста, Сева, реально берегись. Идет Саня по коридору, а там армяне в народ играют. Понимаю. Я предлагаю кикнуть Тему, потому что он... Это Каневский, я вам, блядь, отвечаю. Я его... Если... Коротко, то Сань со мной реактор чинил, поэтому... Да, не в этом. Да дело не в этом, дело в том, что он шел от трупа, там где труп лежал, и идет такой, типа, нихуя, типа, покуривает бамбук такой на ходу. Такой не в хизелах, типа, да? Да, он, типа, ни при чем. Сева не умер, нихуя себе! Мне повезло, потому что я, блядь, с кем-то ходил. Но когда я шел с Максом, мне что-то не повезло.
Я был ценным свидетелем, я на самом деле боялся, что он меня ёбнет. Я боялся, что я сдохну, блин. Мне пиздец не везет на выполнение миссии сегодня. Даже бы их не выполняли, да какой зеленый, я ваш рот ебал, блядь, какой зеленый. Саня, голубой тут я, а не ты. Типа я говорю на нем. Я, пацаны, я скачаю, пойду. Не понял рофла, блядь. Не понял. До столовки чел валяется. Я сейчас был в этой, в навигации, у меня задание было, я там. Ну это не Макс и не Саша, значит это Каневский, блядь. Как бы без значит, варианта. Значит Каневский тогда, да, Каневский. Нет. Типа ответ. Макс, красава. Молодцы. Все, видал как надо. Харизма стал. Пидорас, блядь, несчастный. У тебя не факты, а просто слова, ты понимаешь? Что-то? Стоял в коридоре, короче, просто в АФК, пока я туда не пришел, а потом он поехал резко. Мне кажется, что это он. Никиту голос отдал. А в чем логика? Блядь, я только что у кислорода был, да? Идиоты. Мог до этого убить. Мозги, мозгов. Понимаю. Артём, ты тупой. Макс, ну чё, как тебе, блядь? А чё, в смысле? Выпустите меня. Макс, как ты? Да-да, все импостеры так говорят. Блять, никогда не вру, эти, блядь, меня кикают вечно в пузырьке, блядь. Я сдох, Макс, кикнули просто так. Кайф. Вот это, Тёме надо реально это, как бы сказать, в подъезде подкараулить и сказать, кто импостер. Гонит на меня уже вечно. Так, Никита. Понятно. Я, короче, иду вверх, а там Никита бежит за Тёмой, короче, и убивает его. Я сразу сказал, я правильно голосовал. Да чё сказать? В смысле? Блять, это Немцов. Я отвечаю, что это Немцов, блять. Это он пидорас. Нет, дебил. Вы чё, долбоёбы. Саня, ты знал. Не, я был уверен, что это Немцов. Ну, блять, хоть пруф бы... А, блять, вы ебланы. Я ж говорю, блядь, подозрительный, хули вы её пиздите, блядь? Все ёбнули первого опять, блядь. Вообще пидор. Сука, я опять зелёный, я урод ебать. А, и правда тут, блядь, неловко будет. Вернись, куда ты ушёл? Вернись ко мне. Вернись ко мне. Не отсюда как нам. Да отвали, я проводки тут делаю. О, мне кажется, Макс? Саша сейчас умрет. Сань, пошли реактор. В этом, короче, вооружении у еще. Ну хуя! Я Саня был, это Тёма. Это точно не Никита. Это не Саня. А Тёма это Каневский, да? Я с Никитой сейчас был. Ты спалился. Но за то, что ты убил Сему, честь, хвала. Вот так вот, понятно все. Раскусили тебя. Сема, бедолага, блядь, я просто молчу. Так реально, Сема даже не поиграть не успевает, его сразу ноги отрубают, голову. Мне кажется, когда Сема не убьют, он будет импостером. Так, мне в метку. Блядь, навигацию надо. А тут туп лежит, как бы там, вот справа, посередине, как это, навигация. Я сейчас был вместе с... Ну я свет хоть получил. Так что Макс и Тёма. Я думаю, что это Тёма, потому что блядь. Он выжил, да, согласен. Так а за кого мы голосуем, в смысле? За тебя, всех. Да? Да, подозрительно. А еще он не умер, заметьте. Это подозрительно. Давайте я тоже за себя проголосую, мне в принципе плохо. Он живет. Ну понятно, кстати, не после, ну все-таки.
Мы в тюрьме. Ладно, пойду в навигации. Блять, я в ВК еще. Ну он не шел вообще, он пошел к долбоебу. Он шел, но ты меня мог убить, ты меня не убил. Вам что заняться, я что на задание в навигации? Я до этого делал задание в офисе. Хуй знает, он мне не нравится. Типа, точнее, он мне не подозрительный. Хуй знает, надо кикать кого-то. Взяли Макса вы. Пацаны, вы что, офигели, блядь? Я задание выполнял. Прилично, что это? Не, Макс, нам надо с тобой, короче, кооперироваться против блядь. Короче, реально сила. Надо реально что-то делать, Сева. Тут надо реально союз меча и рала. Блядь, просто реально. Тупые зумеры взяли, кипнули Алду. В итоге меня никого не под... никто не подозревал. Че, в смысле? Понимаю. Да что, это либо этот. Блять, ну хуй знает. Либо реально один. Мы все втроем быть, он починил это. Ну хуй знает, Никита более подозрительный. Я. Вот такие вот пироги. Все понятно, ребята. Это кто? Димаш, что ли? Блять, как вот можно быть таким непаленым, я не понимаю. Да его можно было в конце спалить, я не знаю, как вы не догадались. Потому что если он нажимает на кнопку, блять, а там практически вот чуть-чуть осталось до выполнения всех миссий. Ясное дело, что он, блядь, импостер, что он, блядь, блочит миссии. Тогда, чтобы вы нихуя не могли сделать. Ну, блять, понятно все, ребят.